Всем привет, мои дорогие девочки! Сегодня у нас такой женский уютный блог, о котором я бы хотела вам рассказать. Первую часть хотела бы посвятить витаминам, которые я принимаю, рассказать, для чего они нужны и почему я их принимаю. И вторую часть видео хотела бы посвятить моим новым покупкам одежды, замечательным, так что обязательно смотрите до конца. И также скидочка на покупку, если вдруг вам что-то понравится из вещей, которые я заказала, вы тоже себе захотите ее заказать. Все ссылочки будут в инфобоксе, и скидочка 10% будет также, если вы используете мой промокод. А теперь давайте начнем. Я буду рассказывать, что же я принимаю, потому что мне постоянно и в Инстаграм, и на YouTube очень много приходит вопросов о моих витаминах ежедневно, которые я принимаю. Значит, что я принимаю? Давайте начнем, наверное, с того, что я принимаю ежемесячно. Это омега. Омега-3-6-9, фирма Салгар. Вот такие большие капсулы. Давайте я вот сюда вот их перемещу. Значит, я использую именно вот такой вот формат. Именно эту фирму. Фирму Салгар. Это большие капсулы рыбьего жира. Для чего нужен рыбий жир? Для того, чтобы поддерживать иммунитет, не болеть. Да? Я думаю, что о рыбьем жире вы наслышаны, вот, и это вообще очень важно, это жирные кислоты, которые безумно важны для нашего иммунитета, поэтому я с 17 лет принимаю БАДы, с 17 лет я принимаю рыбий жир, когда я только о нем узнала, какую пользу он дает вообще для нашего организма, я стала постоянно их принимать, поэтому ежемесячно я использую именно эту фирму. Есть вот, такой еще рыбий жир, который продается в бутылке. Это рыбий жир Мюллер. Он также подходит для детей. Он идет, видите, вот именно как масло в масляном составе. А здесь у нас уже идут капсулы. По цену могу сориентировать. Этот рыбий жир стоит так, $17. $17. Вот такая вот упаковочка рыбьего жира стоит около $30. Ее хватает на 2 месяца. Такой бутылки, в принципе, тоже хватает на 2 месяца. В чем разница? В том, что эти в капсулах, это в бутылке мне не очень удобно принимать. Я не очень люблю рыбий жир в таком виде, если честно. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, это чувствуется, это не очень вкусно. Поэтому я не очень люблю запах рыбы чувствовать. Вот капсулы как-то для меня приятнее. Так, дальше, что я сейчас принимаю для своей кожи, для того, чтобы оставаться молодой и красивой долго, для того, чтобы не использовать никакие уколы, не колоть себе филлеры, ботоксы и так далее, гиалуронки, я принимаю коллаген. Коллаген, в принципе, принимают и мужчины, и женщины, да, для того, чтобы наше личико наливало здоровьем, клеточки укреплялись, верхний слой эпидермиса увлажнялся, то есть было хорошее увлажнение кожи, вот, хорошая работа клеток. Коллаген очень важен. Если у вас недостаток коллагена, у вас будет кожа разрушаться, она будет дряблая, она будет быстрее стареть, поэтому обязательно девочкам нужно пить коллаген. Если вы старше 25 лет, то обязательно вводите в свой рацион коллаген. Это тоже фирма Салгар, вот видите, да, то есть вот эта фирма вообще Салгар, она самое замечательное, я очень люблю их витамины, они просто потрясающего качества. Так что здесь вот такой вот комплекс. Покупаю я эту марку Салгар в Турции. А в Турции она продается абсолютно в каждой аптеке. Если вдруг я где-то прихожу и нет какой-то баночки, ее можно всегда заказать и через 1-2 дня привезут в эту аптеку. Вот, поэтому в свободном доступе можно купить. Если ездите на отдых, пожалуйста, покупайте. Также продается в duty free, можно заказать из других стран по интернету, все что угодно. Дальше, для женского здоровья я принимаю вот такой биокран уже 3 месяца. Биокран — это у нас клюква, просто обычная клюква в капсулах, вот в таких вот капсулках. Вот, обычная клюква очень полезна, если вдруг вы простужаетесь, вдруг... Ну, я просто для профилактики пью, да, для того, чтобы никак по-женски не простужаться, вообще очень хорошая вещь. Вот, если вдруг у вас бывают циститы или еще что-то, то нужно укреплять свое здоровье такими вот капсулами. Следующий препарат, который я принимаю, витамины, это D-вид, витамин D3. Все очень просто, витамин солнышко.
Если у вас вдруг недостаток солнышка, если у вас недостаток витамина D, обязательно нужно принимать D-вит. D-вит принимается, вообще витамин D3, принимается раз в 2 недели по одной большой капсуле на протяжении примерно 3 месяцев. То есть каждые три... Вообще на витамин D нужно сдавать минимум раз в год. Обязательно, если вдруг вы не сдавали, девочки, обязательно сдайте. Почему это важно девочкам? Потому что у девочек вообще весь иммунитет строится на витамине D. Если вдруг у вас недостаток витамина D, то у вас просто будут проблемы с этим. Проблемы будут с иммунитетом, будете часто болеть, поэтому, пожалуйста, обращайте свое внимание, сдавайте анализы и контролируйте витамин D. Даже если вы живете в солнечной стране, как я, или часто находитесь в солнечной стране, иногда этого бывает просто недостаточно. Я, например, нахожусь на солнце всегда после обеда, то есть это после 2 часов дня, а после 2 часов дня витамин D очень плохо усваивается. Поэтому, конечно же, лучше быть в раннее время, но я в раннее время, там, с 9 до 12 почти никогда не бываю на солнце, поэтому у меня витамин D очень плохо усваивается, у меня недостаток, вот, ну, такой не критический уровень, но поддерживать нужно, поэтому я на данный момент принимаю. Платье выглядит на вешалке. На самом деле на фигуре оно гораздо круче смотрится. Просто вам покажу ткань. Значит, здесь идет подкладка, есть прозрачная вставка после груди, вот видите, и прозрачная вставка немного на ножках. Очень красиво смотрится платье. Скроено просто потрясающе, очень все качественно, так что вам советую от души. Я просто же эту посылку, когда получила, сразу же в этот день я делаю это платье, потому что оно просто идеально сидит на любой девчонке. Вот, берите размер в размер, то есть вот я ношу 44-46, я брала L-ку. Нужно было, наверное, брать M-ку. В общем, платье идет размер в размер. Вот если вы размера 46, то смело берите размер L. Если вы носите размер 44, 42-44, то берите M-ку. Если вы носите размер 42, 40-42, то берите S-ку. Ну, стандартный размер, то есть абсолютно размер в размер. Платье немного тянется вдруг, если что. Очень качественно, так что вам советую от всей души. Это, пожалуй, лучшая покупка моя вообще за весь год. Ну, конечно же, мне это прислали на обзор, но это просто самое лучшее, что я выбрала, мне кажется, за последний год. Потому что оно идеально просто сидит. Просто самое идеальное черное платье, вот абсолютно, которое у вас должно быть. Оно и с лодочками, ну вот в идеале оно с лодочками или с черными лабутенами, просто идеально смотрится именно с черной классической обувью. Замшевый, либо, ну, лучше сюда все-таки замш, потому что это кружево, а кружево с лаком плохо смотрится. То есть лучше это брать что-то замшевое, и, конечно же, туфельки, потому что платье вечернее с сапогами не будет смотреться, либо с ботильонами аккуратными, не лак. Следующая майка, которую я сегодня уже тоже поносила, просто в восторге от нее. Это вот такая хлопчатобумажная классная майка, которая просто садится супер красиво на вашу фигуру. Она гораздо круче, чем она вообще на фотографиях смотрится. Вот реально качество гораздо лучше. Размер, по-моему, что я тут брала? Сейчас мы посмотрим. Сейчас я вот тут вот размер. У меня эмочка. Эмочку я брала на свой 44-46, она просто идеально села, вот ни больше, ни меньше, ровно по фигуре. Девочки, очень хорошее качество, хорошо скроено, очень приятная, мягкая. Дальше вот такая покупка, просто бомбовая куртка, вот такая теплая, пуховик, теплейший пуховик на зиму. Он большой, сразу вам говорю, вот такой вот огромный. Я брала размер L, на самом деле надо было брать S-ку или M-ку, то есть она очень-очень большая. Большой мерит, плюс у нее вот такие вот, видите, рукава идут большие, вот такие вот, то есть рукав идет огромный. Это большая куртка, это куртка на размер 48-50, так что я не знаю, как я буду носить, если вдруг кто-то хочет ее купить, то с радостью вам продам, вот, потому что, конечно, жалко. Здесь также мех вот такой есть, смотрите, вот такой мех, капюшон очень классный, очень крутая куртка, мне так понравилась. Жалко, что немножко я не знала, какой размер заказать, ну, я думала, на размер, на самом деле она очень большая,
Вот, так что если вы девочка 48-го размера, то пишите мне в личку, я вам с удовольствием эту куртку за 10 долларов всего лишь отдам. Она очень крутая, вот просто очень крутая. Крутой внутри синтепон, нереально качественно выполнено, все замки, ну, в общем, просто кайф. И вот очень дорого смотрится мех, так что пишите в личные сообщения, будете просто конфеткой в этой куртке. Ссылки на все вещи я оставлю. Эту куртку заказывайте на один размер меньше. То есть, если вы носите размер L в жизни, то заказывайте размер M. Вот такая вот куртка. Очень крутая. Вот такая вот курточка. Просто идеально будет. И с капюшоном, и без. Вообще очень мягкий вот этот мех. Смотрите, какой большой. Смотрится очень здорово. Такая комфортная, такая красивая, такая стиляжная куртка, очень приятная к телу. Вот самое классное то, что она такая прям стиляжная, мне очень нравится. Набросил на какой-нибудь серый костюм спортивный, на любой другой спортивный костюм, набросил на джинсы с кофтой и пошел по своим делам, просто потопал на работу, в универ, не знаю, куда вы ходите. Но очень комфортная, классная куртка. Вот, мне очень нравится прямо дело, даже не хочется снимать. Но, к сожалению, мне немножечко большевато она. Вот. А так она очень комфортная. Серый цвет наиболее выигрышно смотрится на блондинках холодных. Да, вот видите, холодная блондинка сейчас. Очень красиво он смотрится на холодных блондинках и на холодных брюнетках. Так что обращайте свое внимание. Очень красиво составлять композицию с какими-то розовыми нежными шапочками, с белыми шапочками очень хорошо смотрится, и также с черной одеждой. С белой одеждой низ может быть серый, может быть розовый, может быть белый, да, то есть это джинсы, спортивные костюмы из обуви, отлично будет сочетаться что-то черное, либо какие-то тоже серые уги, серое очень круто будет смотреться, серое, белое, розовое, черное, вот сочетается именно с таким стальным цветом. Очень стильно. В прошлом году, кстати, в Стамбуле тоже было очень стильно носить такие куртки. Вот. Слава богу, я себе приобрела. Но, наверное, буду все-таки менять на другой размер. Куплю себе, сейчас закажу другой размер, а эту буду продавать. Потому что не мой размер. Вот, так что куртку вам могу смело рекомендовать. Напомню, что все ссылочки будут в инфобоксе. Можете заказать эту куртку. Пришла она мне очень быстро, где-то, наверное, даже за 5-6 рабочих дней. Очень быстро. ЕМС почтой прямо на дом. Вот, можно заказать себе авиадоставку, чтобы быстренько-быстренько пришло. Вот, очень симпатичная куртка. И также промокод на скидочку тоже будет в инфобоксе. Можете его использовать на любые покупки с этого сайта. Правда, очень мило. Скажите, что мило, очень красиво. Следующий заказала вот такой костюмчик. Он идет такого приятного бежевого цвета. Очень укороченная кофточка. Она у меня заканчивается прямо на груди. Вот, с капюшоном. И вот такие вот штанишки, смотрите. Вот с такими лампасиками длинные штанишки. Вот здесь написано Love, очень качественно сделан, очень приятный такой костюм. А многие девчонки, вот кто, например, не носит такие топики, кто не хочет показывать свой, например, животик, вы можете спокойно использовать белую маечку, как я называю, халкашки, да, белую маечку под низ, вот, прям такую легенькую очень одевать, и будет очень хорошо смотреться с таким костюмчиком. Так что советую вам заказать. Заказывала размер L, он подходит на размер 44. Если вы размера 46, то вам L-чика будет маленькая, сразу говорю, то есть он мне впритычок. Вот такой вот костюмчик, очень классный, мне понравился, ссылку тоже оставлю. Вот хороший костюм, такого хорошего качества. А у меня как раз бежевые такие есть классные кроссы, высокие, он просто бомбезно смотрится, я вот жду поехать в санаторий, уже поносить в санаторий.